Всем привет, сегодня поговорим о классе ПП, о хронике интерлюд, и я вам расскажу, в принципе, как можно качаться до 58-го ППшкой в соло. С 1 по 20 уровня мы качаемся в нашей стандартной деревне, вот, а с 20 уровня мы уже идем качаться Руин оф Агрс. Там, в принципе, до 30-го можно спокойно и на undead нюках, и на обычных, с первопрофных, инстрайками, айсболтами. Вот. И после 40-го у нас, само собой, идет уже ДВ. После ДВ, ну, как бы, качаемся ДВ до 58-го спокойно. То есть 56, 58 можно прокачаться. Вот, ну, соответственно, соло-то ППшка это вообще дрочка, жесткая дрочка. Так что лучше искать пати и сразу идти качаться. И сейчас у меня ПП 58 и все-таки давайте посмотрим, что может вообще делать ПП в соло. Вот, потому что большинство людей говорят, что, блядь, один дагер, вот тебе счастье и так далее. Вот, сейчас попробую, на нас висит наш баф. Вот. Скажу о шмоте. ПЛ сет нам не нужно, потому что статы, соответственно, не так сильно отличается. Падает нас на 100 ПДФ, соответственно, с хэвит. Без хэвит, точнее. Но прибавляется где-то 50 по атаке. Это, думаю, нам нахер не надо. А вот. И сейчас пробуем первое оружие, это дулы, то есть мобы нас, ну, поменьше уровня. Пробуем с дулами затащить, возьмем самого простого уродца. Вот, зарутим, но даже рут не прошел. И начинаем бить, жрем банки хп. Давайте его зарутим еще раз, на всякий, чтобы нормально все было. Вот, дамаг у нас по 100, по 107. Ну, в принципе, не больше 130 у нас вылетает. Вот. Более-менее мы держимся. В принципе, вампирик не хватает, но я думаю, хил, думаю, поможет нам наш первопрофный такой. Вот. Здесь вполне достаточно. И жрет 52 МБ. Ну, да, это масс хил. Вот. Убили. Убили типа этого. Так. Подать в сложные вариации. Вот. Гасим, гасим, гасим. Берем банки хп. На мне, короче, common. Дулы. Вот, и нормальный композит. Вот, соответственно, я играю не на элите, сейчас не на Эрике, точнее, а на каком-то галим ПВП сервере, но, в принципе, они похожи все. Вот. И тут тестим ПП. Ковыряемся, ковыряемся, ковыряемся. Если совсем плохо стало, то можем подхилиться в любой момент. Вот, мы все выхилились, и поехали убивать. Вот, то есть ПП, в принципе, может убивать мобов ниже себя уровнем, где-то, ну, на 4 уровня точно. Вот, а сейчас попробуем другое оружие, это... Так, где лук? Оденем лук. И пробуем из лука, то есть, что мы делаем? Мы рутим этого ублюдка. Начинаем стрелять. Вот, то есть... Смотрим сейчас по дамагу. По 30-50 мы вносим. Много промахов. Ну, почти что мы еще не попадаем в него. Да. Крит вылетел почти косарь. Еще один крит. Вот. Так что так можно вообще долго стрелять. Стоит, тупит, мол.
Где мы еще выше раз? Прокинем арест. Корни наши пустим. Вот. Давай, давай, стреляй. Ой. Короче, вообще прочка. Давай, это убитый ушко. Так, вот мы его убили, то есть дать пару дерева, опять же убить тоже. Так, кидаем рут на него и стреляем из лука. Поехали. Да, вот у него резист от лука, так что это будет очень долго. Лопасть его будем. Хай-фай здесь ппшка чуть попроще было бы, если был бы волк. То есть одеть волка, и в принципе волк можете вкачивать спокойно. Вот. Все, меня утомил этот лук. Давайте попробуем того же. Ножик с ножиком подраться. Ой. Мы одели нож. Давайте давай нож, сволочь. Ножиком. Вот, ножиком чуть пошустрее получается, чем двумя даже. Ковыряем, ковыряем, ковыряем. Давай, все, выхилим. Давай, хилься. Не хочет, тварь. Вот, ковыряем его. Заковыряли. Опа, наш кореш пришел, да, кореш убил. Ковыряем опять же. Да что, просто так не занюкать уже. Давай уже убились. Давай, 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 давай. Вот, так что тоже вообще без вариантов. Качаться в соло ПП, это, ребят, это же просто шлак. Так, вам совет, лучше не бить себе мозг, а найдите просто обычную пати и попробуйте в пати прокачаться. В конце концов, если вы любитель вообще PvP и геморных персонажей, то, конечно, вам выбрать лучше PvP надо. Ой, ПП. Вот. Что еще могу сказать? Чтобы хоть как-то, например, дамаж в ПВП составлять, ну, составлять проблемы. Например, каким-нибудь лучником, да, там, или танком, то у вас есть мана бёрн. И, соответственно, вы можете замутить какую-нибудь аркану, поймать туда нюк и бегать с этим нюком. А чтобы увеличить свой ДПС, то мутите две маг-пушки и ловите два ЛС на атаку. Так что, думаю, так будет намного лучше, чем просто бегать и пытаться, блядь, убить мобы, которые меньше тебя на 4 уровня, даже, блядь, на 6. Различными видами оружия. Ладно, на этом все.